Сотни людей собрались у стен Верховной Рады в Киеве с требованием отставки правительства. Как раз в эти минуты премьер Арсений Яценюк отчитывается перед депутатами о проделанной работе. У правительства истекает срок действия так называемого иммунитета, который дается на год после его формирования. Рейтинг Яценюка сейчас минимален. Претензии к нему есть не только у противников, но и у сторонников. Многие отмечают, что, несмотря на обещания, его кабинету так и не удалось запустить в стране реформы. О том, что Украина погрязла в коррупции, Киеву указывают даже из-за океана. В Раде уже начали собирать подписи под резолюцией о недоверии правительству. Тем не менее, большинство экспертов сходятся во мнении, что Яценюк пока сохранит кресло премьера, а в правительстве могут произойти лишь частичные перестановки. Ну, мы возвращаемся к событиям в Киеве, в Верховной Раде, где сейчас, напомню, с отчетом о работе за год выступает премьер Арсений Яценюк. Началась драка. Десятки депутатов обступили трибуну и попытались помешать премьеру закончить выступление. У правительства, напомню, истекает срок действия так называемого иммунитета от отставки, который дается на год после его формирования. Претензии к кабинету есть не только у противников, но и у его сторонников. Многие отмечают, что несмотря на обещания, Яценюку и его министрам так и не удалось запустить в стране реформы.